вот совместным усилием, совместно с министром образования Аланом Рузмановичем Угоевым, мы готовим проект сдачи вот трех инклюзивных групп в средней общеобразовательной школе номер 43. Министерство образования и науки обещало провести субсидирование для проведения ремонтных работ, перепланировки свободных помещений. И в данном случае, помимо детского сада номер 88, который уже известен жителям города Владикавказа, который очень востребован, мы планируем на базе 43-й школы открытие вот двух групп полного дня и одной группы кратковременного пребывания именно для детей с ограниченными возможностями, со всей необходимой инфраструктурой инклюзивного образования.